что нам нужно отобразить на факт-карте, как нам нужно на нее взглянуть, чтобы вот эта тревога отпустила? Ну, прежде всего, значит, у страха глаза велики. Вот. Когда мы стоим перед проблемой, нам все время кажется, что она просто невероятных размеров. Потом проходит какое-то время, эта проблема улетучивается, и мы думаем, господи, неужели мы так из-за этого дела страдали? Дистанция позволяет нам увидеть незначительность. Ну, то есть, вот как если смотреть на объект близко, он большой, если его, и он вроде как маленький. Значит, вот с проблемами ровно такая же конструкция. Факт-карта в каком-то смысле – это возможность вот так же отделиться от проблемы. А это очень важно, потому что до тех пор, пока вы слиты со своим вот этим ощущением, со своими проблемами, все кажется просто неразрешимой фантастической бедой. Вот. Поэтому, как только вы ее для себя определяете, вы носите вот сюда. И вот и это важно еще вот это внутреннее состояние. Не вот такая, вот, а так вот... Так, а что об этом вот еще? Как вот посмотрите, как про другого, как не про самого себя, что вот у меня тогда, как бы про это вот тот-то сказал и так далее. Да?